Здорово, ребят, меня зовут Арман, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Clash Royale'чик. Перед тем, как мы начнем, ребят, наш сегодняшний ролик, давайте-ка сделаем так. Если, ребят, вы хотите получить новую бесплатную легендарочку, то успевайте поставить лайк под этим роликом в течение 3 секунд. Если вы успеете сделать это, то в скором времени, ребят, вы получите вашу любимую легу. Так что давайте-ка я начну отчет, а вы ставьте лайки. Итак, 3, 2... Один. Все, ребят, надеюсь, вы уже успели поставить лайки. Если это так, то ждите свою легендарочку. А также, если хотите увеличивать ваши шансы, то можете подписаться на канал, включить колокольчик и в комментариях написать, какую именно легу вы хотите получить. Так что буду с нетерпением ждать. Ну а мы перейдем к нашей игре. Ну, в общем, вот такая вот у нас, вот такое вот крутое предложение у нас в магазине. Но покупать мы его не будем, потому что мне принцесска не нужна. Но думаю, что для тех, кому нужна принцесска, это просто замечательное предложение, потому что, ну, со 100% вероятностью тут, собственно, выпадает принцесска, так что любителям принцесски, вот тем, кто играет принцесской, думаю, это все понадобится, да? Вот, так что можете написать в комментариях обязательно, купили вы ли эту акцию или же, собственно, нет. Ну, а мы сейчас, ребят, давайте-ка будем направляться в бой с нашей колодой, где у нас есть арбалет. Кстати, мы тут можем прокачать нашего рыцаря. Давайте-ка прокачаем. Вот так, вот 11 уровень. Хорошо, посмотрим, что тут у нас в плане заданий. Это тоже берем, хорошо. Ну, идем, ребят, в бой. Посмотрим, что у нас из этого получится. В общем, погнали. Надеюсь, что мы тут выиграем. Играем против 10-го чувака. Вот. Ну и какая у нас тактика? В принципе, пока что тактики у нас как таковой нет. Просто будем стараться, так, нежданно для нашего соперника выпускать, получается, наш арбалет. Вот, и попытаться, так, тихо. И попытаться, ребят, собственно, уничтожить сразу вышку. Окей. Так, давайте-ка мега-миньона мы закинем. Так, мега-миньон, допустим, пошел. Это для того, чтобы принцесска вражеская не смогла нанести урон. Так, давайте-ка... Так, не успели. К большому сожалению, ребят, мы не успели нифигашеньки сделать против призрака. Вот, но во всяком случае, пока что у нас удается, ребят, отдефаться от всех вражеских карт. И притом с довольно-таки большой легкостью, ребят, да, получается. Это хорошо. Так, сейчас летучие мышки уничтожат. Так, получается. Ага, отлично. Уничтожит... Ой, я зря выпустил, ребят, мега-миньона, ну ладно. Так, можем тут закидывать, ребят, еще один фаербол. Есть, мега-миньончик наносит, ребят, свой урон, это хорошо. Выпускаем, ребят, нашего рыцаря, выпускаем летучих мышек и надеюсь, что мы сможем отдефаться от пики. Да, пожалуй, ребят, мы смогли этого сделать. Конечно, потеряли нашу печку, но ничего страшного. Главное, что смогли отдефаться, и это прям самое главное. Так, королевский призрак против нашего громоверца мы затащили. Так, принцесска сейчас небольшой такой урончик будет залетать, получается, по вышке. Так, давайте-ка фаерболчик. Есть такое дело. Так, рыцарь. Ой-ой-ой, рыцарь, ребят. Мы не успеваем четко выпускать нашего рыцаря, и это не совсем хорошо. Ну, придется, ребят, подождать немножко. Наш соперник, да, выпускает, ребят, собственно, так, пеку. А мы, ребят, давайте-ка будем нападать, вот, получается, с этой стороны. Так. Получился, ребят, провести наш арбалет, не? Ну, пока что не особо получился, просто вражеский громовержец, получается, очень сильно нам помешал. Но, во всяком случае, мы тут, ребят, наносим урон, ребят, сразу по двум вышкам. Это для нас очень хорошо. Надеюсь, что сейчас наш враг не выпустит пеку, хотя, смотрите, что предлагаю делать. Вот так.
Так, надеюсь, вражеский громовержец не будет слишком уж сильно нам помешать. Так, давай по вышке. Ай-яй-яй. Есть такое дело, ребят, смотрите. Громовержец, так. Смог, конечно, помешать немножко, но не очень-то сильно. Сейчас наши чуваки дефаются по полной программе. Смотрите, как же хорошо у нас получается, ребят, нападать. Так, выпускаем сюда, ребят, получается, нашу печку. Так, надо отдефаться, ребят, от пеки. Все. Вот так, вроде как, получился. Так, от... Ай-яй-яй. А вот отдефаться от дровосека не совсем хорошо получается. Ну ладно, подождем опять-таки вражескую пеку, ребят. Посмотрим, с какой стороны вражеская пека будет выпущена. Хотя, смотрите, знаете, что мы можем делать? Мы можем фаерболами прям фигарить вражескую вышку. Почему бы и нет? Вот так вот. Вроде как все легко получается пока что. Вот так. Выпускаем, ребят, точнее, ставим еще одну печку. И надеюсь, что это будет ГГшечка для нашего врага. Так, громовержица против громоверца. Вот так вот. Хорошо. Мегаминьончик еще пошел. Еще один фаерболчик. Да, ребят, и это победа. Не сказал бы, ребят, что очень легко нам сейчас удается затащить. Но во всяком случае, ребята, мы... сейчас затащим, мне кажется. Так, королевский призрак вражеский проходит. Остается нам просто закрутить нашу колоду таким образом, чтобы фаербол попался. Да, вот и наш фаербол. В принципе, хорошо получился играть. Ребят, вот мне кажется, классная катка вышла. Просто лайк за такую катку. Конечно, поиграли тут мы где-то минут так 6, но было интересно. Или немножко меньше. Не, немножко меньше, а где-то около 5 минут. Вот. Ну ладно, давайте-ка еще разочек направимся в бой. Вот такие вот напряженные катки мне нравятся. А вот сейчас играем против 12 уровня. Это нехорошо. Прям капец как нехорошо. Но надо действовать опять-таки с той же тактикой. То есть нам... Так. Стойте, чуваки. Нам надо стараться как-нибудь... Так. Ну, опа! Заставлять нашего противника удивляться, что ли. Так, давай, дровосек. Есть, минус 0 дровосеком. Вот. О, еще и чувака запчик есть. Хорошо, что мы успели, ребят, короче, выпускать наших миньончиков. Ой, летучих мышей. Потому что если у чувака кулдаунулся бы... Ай-яй-яй, не успеем. О, успели. Запчик, то он смог бы провести... получается, своего дровосека. А тут, ребят, смотрите, в чем прикол. Прикол в том, что... Опа, тихо. Прикол в том, что... Опа. Ой-ой-ой, стой. Куда варвар пошел? Куда варвар пошел ты, чувак? Ух-ух-ух, вот это плохо. Вот. Короче, дело в том, ребят, что сейчас... Ой, запчик был выпущен. Странно, ладно. Сейчас вражеская вышка просто с легкостью уничтожает наших огненных духов. И у нас просто нет возможности никакой. Так, опа, тихо. Нет никакой возможности нанести урончик с помощью наших огненных духов. Это нехорошо. Ладно, ни я, ни наш соперник не выпустили все наши карты. Так что пока что будем ждать. Я не хочу, ребят, раньше времени запалить наш арбалет. Окей. Так, ладно. Допустим. Тихо. О, по вышке не попадает. Это прям очень хорошо. Короче, громовержец у нас будет все время защищаться от, получается, вот тарана. Хорошо. Так, громовержец нас спасет? Не? Ой-ой, тихо. Я надеюсь, что спасет. Да, в принципе, спасает. Конечно, не совсем так, как хотелось бы. Ну, ладно. Так. Ну, но без ребята получается... Так, фаерболчик. Ой-ой-ой. А вот это, ребят, немножко нежданчик. Ну, ладно. Сейчас нам придется, короче, вот так вот. Защищаться, ну, постараться, по крайней мере, защищаться. Главное, чтобы
наш враг не выпустил запчик. Так, тихо. Хорошо, вроде как все окей. Пока что, ребят, пока что все идет в нашу пользу. Выпускаем нашего рыцаря. И сейчас уже пора потихонечку выпускать, ребят, наш арбалетик. Так, выпускать наш арбалет и по полной программе его, ребят, защищать. Это прям самое главное. Это прям, ребят, самое главное. Так, тихо. Сможем ли мы сейчас защищать свой арбалет или же нет? Так, тихо. Арбалет проходит. И при том довольно нехило проходит, ребят. Угу, еще одна попытка, ребят. Так, есть такое дело. Угу. Так, чувак, иди нафиг. Вот так вот, ребят, отлично. И все, это ГГшка. Отличная игра, мне кажется. Фух, против 12 левела, ребята, затащили. Ну, не знаю, вот в последнее время что-то у меня хорошо получается играть. Вот, конечно. Так, что это мы открыли? Прикольно. Ладно, давайте-ка еще одну катку сыграем в бой 2 на 2. Только вот сменим, ребят, нашу колоду. Я если честно, в последнее время играю только на видосиках. Вот, и так зайти, поиграть у меня хрен его знает, когда последний раз было, да? Так что вот я сильно удивляюсь, когда тащу вот в таких кутках. Ладно, давайте-ка еще один бой в режиме 2 на 2 сыграем. Вот, посмотрим, что у нас из этого получится. Кто начнет? Давайте-ка начнем, ребят, мы. Опа, Хогушка. Хогушка плюс бандитка. Ну окей, давайте-ка скинем мы нашу адскую гончу. Как-то жестко, ребят, на самом-то деле получается. Ну ладно. Так, можем шахтера попытаться провести. Шахтер, бревно. Какая же жесткая мясорубка. В итоге наши челики выжили и сейчас будут наносить урон. Зашли. Нормально. Нормально, ребят. Хотя враги тоже, ребят, нанесли урон. Это, скорее всего, урон от Хога, да, был нанесен вот такой вот большой. Ну ладно. Еще один заход, мне кажется, сейчас мы делаем с правой стороны. В принципе, такой же заход можно сделать, но на этот раз немножко пожестче. Потому что у нас тут есть и пека, и все дела. Так что посмотрим. Но враги вроде как что-то не играют. Особо-таки. Ну, посмотрим. Так, сейчас давайте-ка адскую гончу закинем. Успеем? Не, ребят, адскую гончу закинуть не успеем. Но наши враги что-то не играют, да, больше? Да, ребят, они просто сдались. После жесткого захода они сдаются. И, в принципе, нам с легкостью дают победу. Вот так вот. Очень жестко. К сожалению, тут кубков мы не получаем в режиме 2 на 2. Но во всяком случае поиграли, думаю, быстренько и хорошо. Ладно, думаю, на этом уже пора заканчивать наш сегодняшний ролик. Ребят, не забывайте ставить лайки и подписаться на канал, если вы еще до сих пор этого не сделали. А также в комментариях написать, какая ваша самая любимая лего. Так что буду ждать. Ну а на этом сегодня все. С вами был, как всегда, Ярмом. Всем удачи, ребята, и всем пока.